друг меня представляет перед тем, как я начинаю петь, и он говорит: а сейчас для вас поет замечательная девушка с замечательным голосом. Я начинаю петь. Ну, до этого я говорю, что меня никогда в жизни никто так не представлял в электричке. Спасибо, Володя. Я спела песню. Потом он... Если мы вам еще не надоели, мы для вас исполним еще одну песню, чтобы вам...